Наверное, потому что у нас сегодня потрясающее настроение, друзья. Все так. Вечерний эфир открывается, стартует, начинается здесь, как всегда, мы. Майк Вольс! Маш Новая, есть приметы, дорогие друзья. Если перед нами нет стола, значит, перед нами будет кто? Стул! Правильно! Гость! Отлично! Слушай, Миш, у нас так давно не было гостя. Я уже так соскучилась по смеху, по юмору. Просто закончились темы, дорогие друзья, в августе. Нет, ты что, темы никогда не заканчиваются. Просто в августе все правильно. Да, все были на выходных, но мы возвращаемся из отпускного сезона. И сегодня у нас в гостях участник команды КВН высшей лиги, сборная малых народов, шоумен и любимчик своей мамы Ринат Фатхулин. Ринат, открывай эту купейную. Я давно не был в купе. Ринат, как рады тебе. Ну, приветики, давно не было. Обнимашки, целовашки, давай. Надо. Ринат, ты понимаешь, какая у тебя ответственная миссия? Москвичи все. Да, ответственная миссия. Ты сегодня открываешь новый сезон нашего вечернего эфира. Да, мы пригласили именно тебя, чтобы именно ты его открыл. Я чувствую какую-то ответственность. Сейчас, Ринат, надо было мне сказать, просто никто не согласился. Ты пришел, спасибо тебе. Сегодня среда? Все нормально, тогда все в порядке. Я пришел, потому что мне нечего было делать. Ну, как обычно, кстати, очень круто. У тебя очень плотный, я знаю, рабочий график. Но сегодня ты сделал маленькое исключение для нас. Нам это очень приятно. Да, правда, спасибо тебе. Съездил на встречу, забрал химчистский костюм и приехал к вам. Это вот он? В другом. И приехал в другом. Такое ощущение, слушайте, интересно же тоже техническая составляющая всего нашего эфира. Ну, правда, ну людям же интересно, как здесь все происходит. Как все делается? Конечно. Мне кажется, мы стали как-то сидеть с гостями ближе. То ли к нам пришел толстый гость. Ах, вот оно как. Мама, если ты слушаешь этот эфир, я не толстый. Это просто худой Миша. Те, кто видят, друзья, просто даже уверены, потому что они все это видят. Ринат в прекрасной форме. Миша прям как в точку, да? Да, мы стали ближе. А Ринат, кстати, худел. Я худел. Ты мне рассказывал, ты худел. Да, зачем? ПП, я теперь знаю, что такое ПП, что такое ЗОЖ. ПП? Прости, даже я не знаю, что такое ПП. ПП для ТП, я знаю, книжка такая есть. Вот, ПП для ТП. Это что, это акроним? Нет, не будем. Правильное питание для хороших женщин. Для хороших людей. ЗОЖ, ты знаешь же, все это делать. Ну все, зал, правильное питание. Все превращается у нас. Все это в между собойчик. Давайте уж официально. Все, друзья, первый наш вопрос. Итак, есть вопрос в студию. Вообще, надо Рината немножечко посвятить как-то в курс дела. Мы всегда вечером говорим о юморе, когда люди едут с работы. Мы веселимся, непрежденно общаемся, радуемся. Если, да, есть какая-то шутка, анекдот, можешь рассказывать вне очереди. Перебиваешь, говоришь, Миш, это не особенно интересно. Так, так вот история. История о том, как должно было быть. Да, потому что люди едут сейчас в пробках же, правильно я понимаю? Да, и люди слушают конечно, нас и думают, ну да, сейчас. Хихихонько. Вот сейчас начнется. Поймаю. Я видел людей, которые не только в пробке, они в метро нас слушают и смотрят через Wi-Fi. У них, я видел это своими глазами. И у них может прерываться сейчас, Ой, Рината. И они должны на правильном месте все правильно понять. Я не знаю, потому что мы с Ринатом в метро не ездим. Поэтому хорошо, что ты заметил. Я дам вам 50 рублей, друзья, это недорого. У тебя есть тройка? Я просто нужна тройка, я в бойке, видишь, пришел, поэтому без тройки сегодня. Все, у нас есть традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем. Веришь ли ты в Бога? Хочешь в Бога юмора? Да, в это верю. А есть Бог юмора у нас в России, кстати, вообще? Есть, он уже больше 65 лет ведет программу на Первом канале, которая три буквы. Да, все, догадались. Ну, а кстати, Александр Масляков. Да, Александр Васильевич Масляков. И круто, что мы затронули эту тему, да. Стой, подожди, а там все складывается, там и сын есть. Тихо, нет, это у нас запрещено вот это продолжение, вот этой истории продолжится. Все хорошо, все хорошо. Да, мы вернемся обязательно к теме КВН, потому что именно оттуда ты и начинал, но есть традиционный вопрос, есть у тебя какой-нибудь совет, лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? А, с юмором? С юмором, да. Непрофессиональный вопрос сейчас, просто с юмором. Нет, просто с юмором. На самом деле, как живешь, да. Я считаю, что есть одно простое упражнение, которое люди должны применять каждый день. Ну-ка. Вот просто каждый день. Ну-ка. Это называется упражнение, которое я придумал самого названия «Позитивити». Позитивити, да. То есть ты просто встаешь с утра и сам себе придумываешь позитивность того, что ты сделал. Ты проснулся от того, что тебе солнышко в лицо, да, вот фонариками какими-то моргало, или, например, шум какой-то. Придумай, почему это хорошо. Ух ты! Почему ты проснулся с утра, да, например, в 8, хотя должен был встать в 10 по будильнику, 8. Придумай, почему это хорошо. То есть люди говорят, да, там, типа, вот, пенсионная реформа, там, что-то, то-то. Кстати. Придумай, почему это хорошо, Маша. А я придумала. Это хорошая мотивация для старости. Не умирать, не
болеть, а работать. Хорошая мотивация пахать. А я придумал, что просто люди, которые, например, любят свою работу, как вот мы с вами, да, мы любим свою работу, им обидно в 60 уходить. Ну, когда ты пенсионер, а тут ты еще 5 лет законно. Ребят, да я бы до 80 работала, и мне кажется, я так и буду делать. Это будет какое-то радио, которое я пока не знаю. Какое будет радио, на котором ты будешь... А что это, я так не буду разговаривать. Знаешь ли, в будущем мы будем все ого-го как выглядеть. Это потому что, как в рекламе, у тебя из твоего настоящего только зубы. Я правильно понимаю? Нет, это не про меня. Видел, смутился? Нет, это не про меня. Ищи позитив, ищи позитив. А ты давно болен этой болезнью позитивите? Позитивите? Запомнила, да? Запомнила, мне понравилось. Ребят, знаете, а ведь серьезная штука. Вот так заиграли, все отхихикали это. Не, почему заиграли? Я сакцентировала на этом внимание. Я вот с тобой согласен. Вот ты мне это объяснил, потому что я так лично отношусь к жизни, потому что надо всегда объяснять, почему это правильно, почему все идет в правильном направлении. В правильном направлении раз. Да. И во-вторых, это тебе дано во благо. Да. То есть это позитив. Слушай, это вообще... Позитив это... во всем, да? Да. То есть вот ты вышел из метро, куда-то пошел, или сел в машину, сидишь в пробке. Вот сейчас люди нас слушают. Ну, позитив же, ну чувствуете? Ну, Ренат, скажи, а вот это упражнение, ну, понятно, ты его сам придумал. Это упражнение, оно может как-то развивать креатив? Вот к нам приходили ребята с Comedy Radio, которые, кстати, ведут сейчас курсы. Помнишь, они нам тоже задавали всякие такие странные ситуации, типа, у тебя оторвало ногу, объясни, почему это хорошо. И так далее. Видишь, оторвало руку, объясни, почему хорошо. Видишь, оказывается, не я один, да, это делаю. То есть все так придумали. Я и думаю, может быть, вы в КВНе все так разминаетесь перед тем, как начать писать шутки? У нас, слушай, в КВНе это отдельная тема для разговора. У нас существует огромный пласт того, как люди пишут шутки, как это делается и какие приемы существуют. Но это профессионально. Вот я поэтому спросил. Это круто. Профессиональное ли русло вы меня спрашиваете? Да. Или то, чем я себя забавляю? Профессиональное. Профессиональное. Все очень предельно просто. Вот я как бы долго работал со Всероссийской юниор-лигой. Это всероссийский уровень, и дети в КВН играют, вы не поверите, с 0 до 18. У нас был случай, когда ребенка выносили, он еще грудничок был, и он уже как бы был на сцене и играл в КВН. А на самом деле существует приемы, существует как себя развлекать, как это делать, как делать так, чтобы твой юмор развивался, или твой, ну, позитив, развивался. То, что ты где-то слышишь, да, музычку услышал, там что-то переделал, здесь что-то услышал, там переделал. Это работает с тобой очень просто. Как только ты эти правила знаешь, ты начинаешь их применять. Вообще существует очень простая история, я быстренько это все тему закрою. Мы не закрываем, у нас еще час, да. Есть 7 правил написания шуток. Мне уже нравится, есть это интересно. Есть 3 схемы написания шуток. Ренат, ты такой молодец. Вот мои соведущие нравятся простые решения сложных вопросов. Что-нибудь там по 3, по 4, по 7. 7 лайфхаков или как быть вечно молодой. Счастливой. Давай с самого начала начнем. Стоп, подождите. Для этого вы должны заболеть этой игрой. А я думал, для этого вы должны заплатить мне денег, и тогда на личном мастер-классе я вам расскажу. Деньги не всегда решают. Заболеть игрой КВН или позитивите? Ну, во-первых, изначально мы... принять в себе позитив. Я есть, все. Ты есть, да, ты есть. А потом надо, чтобы проявилось желание играть в КВН и заниматься творчеством. Я сейчас поясню. Давай. Просто есть как бы знание этих правил, не всегда помогает тебе правильно шутить и правильно настраивать себя на то, чтобы этот юмор воспринимали другие. Тебе смешно, а людям может быть и не очень смешно. Вот это Мишкина ситуация, реально, научи его. И знаешь что? Ренат хочет с тобой секретом поделиться. Вот мне смешно, а Маше очень часто не смешно. И знаешь что? Все равно мне это смешно, понимаешь? Нет. Это высшая степень позитивити, понимаешь? Вот, высшая степень позитивити, потому что тебе это смешно, эгоизм. А мне нет самоиронии. Вот и все! И в кухне проблемы! Подожди, я думала, ты на войне сейчас собрались, да? Все, ребят, я пойду выйду. В этой передаче что-то должно быть все-таки прекрасное, Ренат, дорогие друзья. У меня тогда отсюда вопрос. Реально, вот когда человек шутит, но смешно только ему, разве это не эгоизм? Мне кажется, как, ну, ты должен быть как-то объективен в своем юморе, чтобы было. Ну, например, если это касается каких-то сценических выступлений. Окей. Мишка там рассказал какую-то шутку, анекдот. У нас в гримерке это одно. Но когда ты выходишь с этим на сцену, должно же быть смешно всем, а не только вам. Да-да, а потом берут и подкладывают смех. Да, а ты вроде такой, вроде как и только тебе смешно, а бац, потом ты посмотрел в эфире, друзья, смешно. Друзья, а у вас такое было, подождите? Нет, кстати, КВН это отдельная схема игры,
в которые никогда не подкладывают смех. Это вот очень важно. Реакция прямая. Поэтому, вот, может быть, что-то вырезают, что не очень удачно зашло. К примеру. Это да. Пример. Окей. Я что-то, ну, как бы, сейчас вообще идет почти real time. Вот сколько сняли, столько показали. Сейчас вот такая серьезно? История, да. Монтажер, но монтажеру сократили окно. Нет, ну они, что-то. Наверное, на начальном же этапе, когда отсматривают, редактируют, все работают, что-то да, сокращают. Да, ты да, просто да, так, да. Знаешь, глубоко, такой небольшой ухмылкой или нет? Нет, я к тому, что это все проходят, те, кто... Еще раз, я верну нас обратно. Давай, на русло, да, отматываем. Да, надо заболеть. Потому что самое главное правило того, что ты хочешь чего-то добиться, да, например, быть автором. Я хочу быть автором, давай. Писать шутки и веселить людей. Для этого тебе должно быть что? Желание. Все, больше ничего. Подожди, что желание всем понравится с нет, этим? Или желание просто желание шутки? Это делать? Нет, прям писать шутки. Я хочу писать шутки, которые всем понравятся. Хорошо. Это мое желание. Хорошо. Я хочу выступать в КВН и дойти до высшей лиги. Это было мое желание, к которому я пришел и достиг того, чего достиг. Вот, и поэтому это очень важный момент, да. Если ты, например, желаешь, то тогда ты признаешь какое-то правило. Есть правило, если ты 3 часа в день чем-то занимаешь, чем? Давайте так. Чем угодно. Чем угодно. 3 часа каждый день ты занимаешь, через полгода ты профессионал в этом. Все. Я согласен. Других правил нет. Подожди, ты профессионал в походах в музеи, например. Но если 3 часа в день ты целенаправленно пишешь шутки, то там через полгода ты станешь профессионалом в этом умница, деле, правильно? Какая умница вообще. Это я для всех наших зрителей и слушателей немножко расшифровала. А единственное, я быстро уложусь, у нас чуть-чуть времени осталось, потому что вы так заиграли вторую краеугольную, очень важную тему. Первая была про позитивити, да. А вторая, Маш, ты сказала, ну, шутки должны нравиться всем, и вот когда конечно. Ты шутишь в гримерке, ты вот шутишь для нас, а так ты должен понравиться. А у меня другой подход. Мне кажется, ты должен найти свою аудиторию. Не надо себя ломать, чтобы понравиться кому-то. Обязательно найдутся те ребята, кому понравятся именно ваши шутки. Смотрим клип, а я буду пока здесь шутить за кадром, потому что мои Ренат шутки никому не нравятся. Сегодня у нас в гостях, мы скоро вернемся. Друзья мои, алга, как сказал бы наш гость Ренат, и я говорю это за него. А я думала, ты скажешь, что вы обезоружены сегодня. Да нет, не так платья. Примитивно. Я хотел начать, конечно. Просто кто-то от клипа, да, живет к клипу. А кто-то живет от человека к человеку. Понимаешь? Вот человек с большой буквы сегодня у нас в гостях. Ренат Паскуля. С большой буквы. А, кстати, ребят, мы затронули в прошлом выходе очень интересную тему. Мишка, ты говорил по поводу того, что вот многие идут на личность. Но мне кажется, что чтобы стать личностью, сначала же нужно как-то себя проявить, зарекомендовать на этом рынке юмора. Понимаешь? Да. Сначала надо как-то проявиться, чтобы о тебе вообще в принципе узнали, и дальше уже приходили, и ты какие-то свои фирменные штучки уже начал преподносить. Абсолютно верно. Вот я как человек, который немножко ну, больше, ладно, больше, чем вы в этом разбираюсь. На 3 дня, это очень точная формулировка. Вообще, как бы здесь получилась какая-то странная между вами связь сейчас, потому что и ты прав, и ты права. Так. Понимаешь, да? То есть ты прав, что надо идти к своей аудитории и ее добиваться, и она должна идти за тобой. Да. И за твоим юмором, потому что все ценят личность при любых условиях. Но и ты права, для того, чтобы стать личностью, тебе надо много пройти этапов становления. То есть раньше, например, на нашем телевидении не было другой игры или другой школы, давайте я так скажу, которая учила, ставила и делала нас теми харизматичными личностями, которые появляются там сейчас на рынке, да? А теперь мы уже видим, что... Я прошу прощения, не знаю, можно там говорить или нет, но дом 2 внизу идет с подписью «Сделано Comedy Production». То есть вы понимаете, что и там есть люди, которые вышли из КВН, которые делают то, что мы видим. Поэтому, да, извини, пожалуйста, я быстренько договорю. Да, давай. История очень простая. Да, тебе надо много дороги пройти. Сейчас есть там и стендапы, и очень много по клубам всяких выступлений и всего остального. И, кстати, иногда это не всегда юмор. Вот что самое удивительное. Есть же люди, которые играют в квизы, да, и они там эти умненько что-то добиваются, и у них появляется своя аудитория, которая... тоже прибывают и живут. А чего это мы смеемся над этими людьми? А мы не смеемся, мы серьезно, ни в коем случае. Нас берут просто. Вы говорите, что? Вы юмористы, идите и шутите нафиг. А мы интеллектуалы. Да, мы интеллектуалы. Но смотри, Ренат, но все равно, как ни крути, большинство людей, которые сейчас связаны вот с этой юмористической сферой и с этим, с продакшенами, со всевозможными, это люди, это все выходцы из КВН. Да. Ну, это практически все. Хотя, кстати... А, нет, что значит практически все? Ну, стоп! Все, да, реально, какие, все! Какие подождите, еще есть люди? Постойте! Откуда ты? Подожди, Миша. Мы не из КВН, но в эту степь вообще не пробиться. Я с улицы Криворотовская в текстильчиках, но я вспомнил одного человека. Можно я продолжу мысли? С одного первого канала.
знала! И она блондинка, она может сейчас забыть. Давай. Что там за мысль? Давай. Давай. Все, я забыла, извините. Нет, я продолжу. Смотри, все выходцы так с КВН. Бы но это интересно, Ренат, потому что эти люди без профессионального какого-то творческого образования. То есть вы же все занимались абсолютно, ну не знаю, другой профессией. Да, я а тут разы творчества, понимаешь? Да. Вот как быть? Люди все-таки должны вот у руля, у юмора специально этому учиться? Нет, или, нет. Или как? Короче, заложено в нас. Чувство юмора заложено в каждом человеке. Вот, это круто. Можно развить очень легко. Я, кстати, это говорю и детям, да, и каждый раз, когда они приходят играть в КВН. И взрослым, абсолютно очень взрослым людям, которым там 50-60 лет. Подожди, такие тоже приходят начинать? Нет, я имею в виду, в жизни я встречаю иногда людей, которым я вначале начинаю говорить о том, что есть самоирония, иногда надо ее принимать себе. А это все чувство юмора. Самоирония же тоже чувство юмора. Конечно. Почему нашу страну нельзя победить, Миш? Потому что мы ржем над собой, понимаешь? Да. Ты включи наше телевидение, там клипы и юмор. Клипы и юмор. Больше ничего нет. Подожди, а в Америке разве не больше ржут над собой? Нет, там вообще не ржут над собой. Как не ржут? Они ржут там над кем-то другими. Подожди, мне кажется, там юмор, вот как раз-таки касаемо стендапа и так далее, намного больше развит, нежели у нас в России. Да нет, это все закрыто в барах, понимаешь? Это для тех людей, которые узко специализированно идут поржать. А в общем, в телевидении там, ну что, ну, друзья, можно посмотреть сериал там, да, где смех под и ты понимаешь, вот здесь смешно, здесь весело, я здесь из, прикольно. Из одного фильма классного про Америку в конце 90-х его сняли. В начале, наоборот, в самом первом году. Да, здесь все просто так, кроме денег, понимаешь, про Америку так сказали. Помнишь, вот, да? Это правда. Если а это почему? Приносит, это просто а у нас так, что? Да. У нас люди, вот в чем сущность наша такая вот, в общем-то, сложилась? Мы реально любим поржать над собой. Выходит человек, да, там, со стендапом, либо в КВН, и говорит, а вот там пенсионная реформа, или там ЖКХ, там то-то-то, горячей воды. Короче, у меня чем нет. Короче, у нас хуже, тем веселее. Мы реально ржем, хотя мы, по сути своей, себя-то узнаем. Вот в чем парадокс. Мы узнаем себя и ржем над ним. Выходит конечно. Паша Воля, да, и начинает там всех раз это, то-то-то-то-то-то-то. А мы ржем над ними, потому что, ну, и они ржут. Петрушить, такое слово я новое узнал. Как петрушить? Распетрушить. Петрушить. А вот, кстати, интересно, ну, КВН, это же тоже такой стёб над современным вообще положением, над ситуацией и так далее. Помнишь, была та фраза «партия дай порулить», да? И все об этом говорят. КВН все-таки остается рупором. Рупором, да. Потому что он идет в прайм-тайм на Первом канале, там молодые уже люди шутят, да, шутят куда-то там, о чем-то, да, рассказывают, и уже не в прайм-тайм. Да, да. Ты просто смотришь, что еще премьерка. Ренат, ну а ты продолжаешь следить за КВНом? Ну вот реально интересно. Да, продолжаю. Но это уже такое профессиональное, мне же надо знать, откуда какие темы черпать, а там-то люди все... А, то есть ты черпаешь оттуда все-таки какие-то шутки, ты ими пользуешься? Нет, это не воровство. Это плагиат называется. Заимствование. Даже не так, я говорю, вот в КВНе было. Вот и запомни эту мысль, друзья. Вернемся после музыкальной паузы. И вот расскажем, что было не в КВН. Было, да. Юху, друзья, вечерний эфир на телерадиоканале «Страна ФМ». Майк Войс, Маш Новая, Ренат Фатхулин сегодня вместе с нами. Ренат, я знаю, что замечаю очень часто, и при тебе, при свидетелях скажу. Маш Новая, когда мне говорит, объявляет, да, говорит, Майк Войс, а дальше такую паузу делает, типа, может, я забуду ее объявить, и чтобы не забыл, все равно сама себя объявляет. Тебе так нравится? Класс, молодец. Я так нравится, что ты меня раскусил, и прям очень идеально знаешь. Вы в хорошем психологическом тренинге все время находитесь. Это факт. Слушайте, а мы с вами вот в прошлом выходе остановились на фразе «в КВНе». Как в КВНе? Как в КВНе? Продолжи, да. Пожалуйста. Как в КВНе, например, максимальная актуальность существует. Вообще, в принципе, КВН так пишется, если вы не знаете. Вообще, юмор так пишется. Максимальная актуальность событий, которые есть. Ну, сейчас будем вспоминать, ну, да? Так. Сейчас вот будет там финалы, там полуфиналы, там еще что-то. И очень часто вы будете видеть, что там темы... Почему я смотрю его вот так, к этому же, так, к этой так, теме? Так. Почему? Потому что там очень много актуальных вещей, которые высмеиваются, или там показываются на всех. И это означает, что это прям выжимка вот лучшего актуального... события нашей страны. Ну, то есть, если там чемпионат мира, то там прям как надо, вот прям все проехали. Новости не смотришь, тебе лучше КВ. Просто посмотри, как-то и приятно, и... И только позитив. Ну, смотри, ты со мной, кстати, на празднике поделился, что ты специально смотришь, чтобы такие маленькие выжимки делать, оттуда, может быть, какие-то шуточки, которые потом помогают тебе в работе. Ну, вот реально, пользуешься вот всякими... Есть такое, да. Иногда мы что-то делаем, но просто это то, что тебе запоминается, и ты используешь это в работе, оно тебе... Честно говоря, помогает, да, но для этого ты смотришь разное. Да, не только КВН. Ты смотришь, в принципе, на самом деле, очень много клипы. Да, Владимира Соловьева. Клипы Владимира Соловьева. Окей, предположим. Ну скажи, ну а помимо того, что ты смотришь КВН, сейчас он актуальный, кстати, смешной или не смешной?
А, не имею права, не имею права отвечать. Не имею права отвечать. Окей, ладно, как подшкалывать? Ох, смешно, какие все команды. Или все-таки уже не то? Нет, они же сами объявили, что КВН уже не тот. А, все, то есть иначе, короче, официально. Официально, друзья, признали. Ну, Ренат, ну, ты уже сколько? И потом, кстати, самое удивительное, что потом взяли и пошутили другие уже команды, КВН уже не торт. Не торт, кстати. Видишь сразу, как работает. Тему вкинули, бац, уже сразу пошутили, уже дальше. Скажи, ну вот этот навык теряется, вот когда ты играешь в КВН, понятно, вы постоянно собираетесь, генерируете, придумываете, но когда не играешь, все-таки вы с ребятами, наверное, не так часто собираетесь. О. Больше уже каждый разъехался по каким-то своим делам, да, правильно? Да, проектам жизни. Проектам и так далее. Но вот как не потерять вот эту волну, вот этот настрой, как свой мозг продолжать тренировать на юмор? Честно говоря, да. Вот это, знаешь, это вот как раз-таки болезненная тема. Вообще, на самом деле, ну, авторы и списываются. Засыхает там, ну, что-то внутри, скажи? Нет, это надо обратно вернуться к тому, чтобы... 3 часа в день писать полгода подряд. Окей, ты это делаешь? Вот реально, конкретный пример ты сам. Я себя качаю по-другому. Я не понял. Так, вернемся. Давайте-ка, давайте-ка, дорогие микрофон. Крайний микрофон. Да, у нас потом заканчивается время у этих людей, они перестают это делать, поэтому они списывают. Нет, я смотрю, объясняю, да, четко, чтобы мы сейчас какую-то тему. Все предельно просто. Ты вначале автор, ты пишешь команды КВН, потом ты дальше пишешь еще кому-то, да, потом попадаешь на телевидение. И там пишешь дальше проекты и все остальное, потому что вы же видите на экране только тех, кто попадает в телек. Да, да. В кадр. А огромное количество людей, которые за кадром, конечно, продолжают писать. И, кстати, ну, про тебя-то мы знаем все с денежной точки зрения, да? Да? И, кстати, больше, ну, часто много зарабатывают именно те, кто... Кто пишет? Да, кто авторами, да, становятся. Потому что сериалы пишутся... А если эго, ого-го? Это пишется, это... Нет, эго это что? Это харизма и выпуск. Да, тебе надо на сцену, я хочу на сцену. Тебе надо, да. Ты розовым, тебе надо. Ему не надо, посмотрел в черном. А тебе, кстати, Ренат, а тебе... Видишь, сегодня светлый, ну вот реально, а тебе прикольно быть все-таки на сцене или же все-таки за кадром? На сцене, да. Я все-таки выбрал для себя, у меня была такая там тяжелая доля выбора и всего остального. Мне, я вот сошелся к тому, что, типа, я лучше буду готовить себя к сценической работе, кстати, не всегда телевизионной, там, может быть, да, а именно вот на сцене, на празднике, и вот выходить и делать то, что хочется. Ренат, ты хотел быть на сцене? Ты будешь на сцене. Я буду. Сейчас будешь. Друзья, у меня есть вот такой волшебный микрофон. Всем привет-привет. Я знаю, что вы, кстати, знакомы с ним не понаслышке. Мило делаешь. Настя, делай это ты тогда, пожалуйста. Это горячий микрофон, Ренат, он пылает из моих рук, он сразу же пылает. Короче, все очень просто. Так. Представим, что это горячий микрофон, можно обжечься. Представим. У меня есть карточки, так, на которых есть темы. Так. Итак, мы сейчас, ну, например, давайте тема гардероб женщины. Давайте с этого начнем. Очень, а что, интересно. Или выпечка вам больше нравится? Что за темы? Где футбол? Где пиво? Или предмет мебели? Какая вам тема нравится? Нет, предмет мебели унылый. Гардероб женщины, это круто. Теперь тема. Вот из этих карточек какую-нибудь одну. Здесь будет буква. Ага. Итак, на эту букву мы должны будем с вами придумать разные слова из гардероба женщины и передавать микрофон по очереди. За 30 секунд у кого окажется микрофон в руках, того и взорвался он. Так. Ой-ой-ой-ой. Я, ребят, сейчас вас порадую. Это мягкий знак. Нет, шучу, это... Ренат, понятно, итак, как это работает? Гардероб женщины на букву R. 30 секунд. Передаем по кругу. Поехали! Поехали. R. Раскладушка. Раскладушка. Я тебя испортил. Нет, нормально. А ром-баба может же быть там, да? Ром-баба? Это выпечка. Это выпечка. Это уже другая тема, да? Ну хорошо. Рюшки. Кстати, классно. Рубашка ночная. Давай, так, ну, просто Ренат, все давай, оказалось. Давай, давай, из женщины на «Р» что-нибудь. Ракушка какая-нибудь? Все, Ренат, у тебя сорвался микрофон. Так, ребята, мы поняли, как это работает. Так. Я вообще не в этой теме, ты понял, да, что рубашка, какое простое слово «рубашка»? Рубашка, у тебя тоже был в голове рубанок. И кто тут у нас КВН играл? Не поверишь, у меня было какое-то слово типа «розмарин». Почему, я не знаю. Короче, тебе, Ренат, так скажу. Рюшки хорошо было. У меня есть спецсовет. Пока тут раздают, пока сдают карты, лепим все подряд и объясняем, почему подходит. Давай, тяни и выбирай любую тему. Так, из этого, да? Прикиньте, гардероб женщины. Давай. Да, по-другому. Телевизионные программы. Серьезно? Сложно, по буквам, давай, это смешно, ну это смешно. Вот, все, нашел. А можно классная, придумывать? Классная тема. Давай. Что-то синее! Было у вас, да, уже? Ренат, это сложно. Да, в смысле, ну, Киркоров. Давай, что-то настроение. Все? Подожди, а если здесь будет буква «Ш» море какая-нибудь? Давай попробуем. Да что мы, что-то синее, погнали. Что-то синее, ну букву давай. Тогда давайте. Давай, я буду вытаскивать букву. Окей. Н. Отлично. Настроение, поехали. А, кстати.
Так, синяя, Новый год. Носок. Новости. Синие новости. Так, небо синее. Небо. Точно. Небо, как просто. А что может быть? Ностальгия. Что это синее? Найк Борзов. Небывальщина. Синий бывает? Бывает. Ноздри. Они внутри синие. Накатка. Накатка. Знаменитая накатка. Подождите, сейчас режиссер доскатил. У Мишки взорвался микрофон. Серьезно, правда? Но ты просто не слышишь, ты без ушей. А нам мы слышим этот звук. У нас сегодня гость без ушей, дорогие друзья. И без носа, и без рта. Как можем с ним коммуницировать? Можно ли, пожалуйста, следующую тему нам? Давай, выбирай любую тему тогда, окей? Буква «Н». Давайте на букву «Н» говорить слова. Ну давай какую-нибудь. Я хочу все время какую-то глупость, прикинь, просто. Ну давай, выбирать глупость. Про синее мне понравилось, кстати. Нормально было? Вот да, мне кажется, да. Только не надо сейчас что-то красное, что-то желтое. Да, что-то давай. Круглое у меня. Что-то круглое. Давай. Все, давай, тяни что-то букву. Круглое? Что-то давай. Круглое? Я, ну, давай. Я ощущение, у меня ощущение, что я не определившийся человек тяни какой-то. Букв. Просто. Ребята, на че вообще погнали. Нет ничего погнали, круглого. Погнали, нормально. Да? Ладно. Черчилль. Он был круглый. Черт круглый. Черт. Чертила. А челюсть, она же круглая, да? Если открыть рот. Чертанова. Чертанова. Чертанова круглый район знаменитый. Круглый район знаменитый. А чертополох, когда только... Вот когда собирается. Побеги, когда идут. А, я знаю, чечевица. Это такая маленькая кругленькая, да, еда. Чай. Круглый чай. Иван чай. Давай еще, да. Черепаха, у нее панцирь круглый. Держи дальше. А что, Миш? Чиполлино. Чиполлино. У меня все, у меня взорвался счет микрофон. Блин, а я вас раскусил. Вы специально делаете так, чтобы каждый по кругу, и все были ничья. Нет, ты просто не слышишь. Стой, ничья, ничья. О, я соединил все слова. Нет, Ренат, ты нас наполовину раскусил. Это делаем не мы, а наш звукорежиссер. Александр, аплодисменты Саше. Спасибо тебе. Саш, спасибо. Ты не даешь мне проиграть. У меня еще было слово «черлидерша». Она тоже Она тоже может быть круглой. Хорошая черлидерша не должна быть круглой. Ренат, поделись с нами какими-нибудь еще такими прикольными упражнениями, может быть, для развития юмора и креатива. А, слушайте, смотрите, есть, ну, это быстренько можно рассказать. Мне просто в долг можно, да. Тебе, да, просто деньги. Да, просто давай деньги. Мне деньги, держи, спасибо, забирай большое. И радуйся. Картонные. Есть много разного, это то, как ты занимаешься, как ты раскачиваешься. Например, я уже говорил про позитивити, да, это то, что ты все в мире воспринимаешь позитивно и видишь, да? Да. Но это не розовые очки, как вы понимаете, не розовые платья. Все, я поняла, а вообще, да, в принципе, есть еще элемент, который называется раскачка, который так прямо и называется в моей категории придуманных мною приемов. Это то, что делает Слуцкий на футболе. Он же раскачивается. И Маша, надо пояснять. Слуцкий, Леонид Викторович, футбол, сборная, ЦСКА. Ну хорошо, все, сейчас он в Голландии. Сейчас он в Голландии. Вот как это связано. А, так связано. Леонид Викторович, хорошие вам в Голландии. Ну и что дальше раскачка, раскачка. Вы знаете, если на самом деле у тебя нет настроения, у тебя нет энергии, ты начинаешь переживать внутри, как бы это делать. Или, например, едешь на мероприятие. Вдруг вы тоже едете на мероприятие. Такое бывает, да. Да, бывает. А у тебя нет, у тебя что-то случилось, тебе кто-то расстроил. Да, такое чаще бывает. Не тем именем кого-то назвать. Ну, разные истории могут быть. Да, и тебе что-то пилит, кто-то там ругает, еще что-то. Так. И ты едешь, и на самом деле садишься в такси или в метро, и ты начинаешь раскачиваться. На самом деле, удивительным образом, это очень сильно помогает. Физически? Я за рулем так раскачиваюсь. Да, за рулем. Да, вот так, от руля к рулю. И, честно говоря, правда, реально, тебе начинается быть в пробке. Смешно, тебе смешно от того, что сосед смотрит из пробки, а ему не смешно, дорогие друзья. Все, друзья, предлагаю всем немножко раскачаться. Смотрим, слушаем, возвращаемся. Качаемся. Главное так же губы, как Маша, делать. Чика-чика-чика! Чика-маша! Маша Новая и два классных Чика! Майк Войс и Ренат Подколин. Пожалуйста. Сегодня у нас в гостях команд КВН «Сборная малых народов». Давай вот у нас... Сборная! И сидит один Ренат, конечно, сборная! А вы их не видите, но они со мной. Вот здесь. Мои воображаемые друзья. Вместе! Ну, смотри, ваша команда КВН начиналась, когда вас было только двое, правильно? Да, два мальчика. Поэтому мы назывались «Сборная малых народов», а грузин-татарин. Вот такая простая... Ну, их же мало, понимаешь? Поэтому двое. Мы придумали название «Третий лишний», но оказалось, что такой проект существует на телевидении. Уже есть. Да, и мы такие типа ой-ой-ой, открестились от него. И он про другое. Да, и он про другое, да. Слушай, ну а вот когда девчонки появились тоже в вашей команде, это как-то вот вдохнуло новую жизнь?
жизни. Да, глобально новую. Это, давай сразу для всех, кто, может быть, забыл, какие именно девчонки у вас появились. Варнава, да, Катя Варнава и Маша Кравченко. Вот такие наши сценические жены. Ведь жены мало народу были, да. И вот мы теперь радуемся за них, глядя на них там по пятницам по телевизору. Радуются ли они за вас? Не очень. Они за нас, не знаю. Наша жизнь... Мы больше не общаемся. Нет, очень редко общаемся, потому что ну, у них контракты, гастроли и все остальное. Угу. У нас жизнь там тоже, там, да, Коля, семейная жизнь, хороший бизнес, все хорошо. Но. Да, у меня мероприятия, там, постоянные, вот, Инстаграм и все остальное. Кстати, Инстаграм. За да. всей твоей активной деятельностью можно посмотреть где? В Инстаграме Рената. Давай прорекламируем его. Очень круто. Я прям максимально креативно сейчас буду выглядеть. Мой Инстаграм называется Ренат1981. Максимально креативный человек. Грандиозно. И знаете, друзья, где его можно найти, чтобы вам облегчить, просто облегчить задачу? Вы заходите в Instagram Mike Voice, соответственно, там уже будут сегодня совместные фотографии, нет, на которых нет, я отвечу. Нет, друзья, вы заходите в Instagram Маши Новой, потому что только я, короче, друзья, я потратил свое время на это. Все не так, все ложь, все ложь. Так делать не нужно. Вы заходите в Instagram страны FM. А вот оттуда, друзья, все уже правильно. Переходите на крутая страницу. Крутая радиостанция, да. Крутые видосы, но смотри, интернет и сейчас все. Телерадиоканал. Телерадиоканал. Смотри, ты идешь дальше, ты развиваешься. Хотел. Чем ты сейчас еще занимаешься, помимо того, что ты сейчас активный такой шоумен, очень реально ведешь очень много мероприятий, но ты также и ходишь на теле- и радиокурсы, правильно да, я понимаю? Да, да, да. Хожу, хочу, вот, у меня мечта, с детства мечта, хочу стать радиоведущим. Вот я к вам пришел, у вас на самом деле, да, тут телек, тут жизнь, как-то там интернет, да, телерадио, да, да. А у меня вот мечта вот такой, Ларри Кинг, хочу вести там внутреннее какое-то шоу. Продюсеры, слышите, продюсеры, ребята? Пошли. Подтяжки. Я подумываю о том, чтобы это сделать. Да, вы поговорите, как же я мог забыть. Ренат, я желаю тебе удачи. Спасибо. Да, у тебя очень приятный голос, я тебе честно скажу. Я только ради этого пришел к вам, чтобы ты... Только ради этого? Я думала, ради того, что с вами ради тебя, ради тебя. Все, спасибо. И познакомиться с Майклом уже хотелось очень сильно давно. Уже познакомиться. Я вижу его в твоем Инстаграме чаще, чем тебя. Смотри, быстро, блиц. Сколько успеем, только успеем. Смотри, для меня самое важное в жизни это. Друзья. Идти по жизни с юмором это. Кайфовать. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? 2018. Я бы бил по голове и точил в берлогу. Отлично, а 3018? 3018 я бы вставлял зубы людям бесплатно. Если бы не юмор, я бы сейчас... Я бы сейчас плакал. Не плачь, Ренат. Смейся, смейся, спасибо, что и не плачь, смейся, не плачь. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Иди тебя к нему.